Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Кто помнит эту девочку? Помните утка, под которой было все пропавшее яйцо, протухшее по какой-то причине? Наверное, это было подмороженное яйцо, потому что она в самые морозы сидела на гнезде. Ну вот, 5 утяток. Так, 2, нет, 6 утяток, которые вывелись в инкубаторе. Я под эту уточку и подпустила. То есть вот она с ними теперь здесь. Здесь она с ними. Вот они ходят. ПК-5, водичка, все как всегда. Счастливая мамаша. Счастливая мамаша. Конечно, было ее жалко, когда было понятно, что все яйцо под ней испорчено. Она просидела 1,5 месяца. Причем в самые суровые перепады температуры. Поэтому, конечно, ну так беспощадно жалко было. Вот они какие у нее. Один вот этот вывелся позже всех. Вот он, вот этот, ага, вот этот. То есть те постарше дня, наверное, на 3. Ну вот красавчики. Бегают с маманей. Все хорошо. Сегодня солнечный денек. Но еще пока не выпускаю ее с ними на улицу. Загонять потом не загонишь. Она у меня в курятнике здесь, в общем. Сложно будет ее потом сюда загнать. О, так, индюк. Покажу индюка. Интересовались индюком. Ну, ты мой хороший, ты мой хороший. Ну-ка, давай я тебя покажу. Вот у меня индюк. Это индюк не родственный моим. Он был привезен отдельно из другого хозяйства. Вот, семью я отсюда продала. А этот товарищ остался. Были 2 индюка, не мои. И 3 самки, по-моему. Да, 3 самки. Вот один индюшок с 3 самками уехал. Второй товарищ остался. А что-то у него... А, у него, видите, этой сопли нет. Наполовину только. Значит, когда был маленький, обклевали. Но это не страшно. Мне так даже больше нравится. Вы знаете, насколько они умные? Когда очень жарко... У них же вот этот вот коралл, он прям ноздри закрывает, они дышат через рот. Индюки подходят, и я поднимаю этот коралл, они стоят и дышат, когда прям жара. Смотрите, какой беленький, чистенький, красавчик. Молоденький, кисточка еще совсем маленькая. Ты тебе тут разлил водичку, что ли? Что-то у него влажновато. Ну, ничего. Ну, сейчас решается вопрос с этим индюком, что дальше будет. Посмотрим. Пока еще гуляет. Ну и одного его держать, конечно, не очень хочется. Весом, я думаю, не больше. Ну, может быть, 13 кг он будет. 12-13 килограмм. Во всяком случае, так мне кажется на первый взгляд. Вот я на него смотрю. Вот, ходит довольный, довольный. Довольный. Да, ты довольный. Ты красуешься, да, ты красавец. Красавец. Ну-ка, красавец, красавец. Он отошел. Так, дальше что у нас? Сегодня такой день хороший. Даже в такой момент хочется камеру вытаскивать из кармана. Телефон. Так, здесь у меня кукушки, девчонки, пришли нестись. Так, точно. Откликается, смотрите, перекличка. Перекличка между вот этими самцами. Этим. О, слушайте, а он крупнее, наверное, даже немножко. Ну-ка, да. Хороший мальчик. Так. На, вы чё? Красота. Красота. Так, все гуляют. Баранчик гуляет, петушок. Петь. Петя. Малины. Отсаженные. Марашки гуляют. Что вам еще показать? Вода в озере. Ой, в озере прям. Можно подумать, озеро. Ну как, пруд. В прудике то замерзнет, то оттает. Так она как-то это. Средне. Так, а это что такое стоит? Что это у нее с глазиком? Клюнул кто-то. Ну-ка, повернись, принцесса. Ну-ка, давай-ка. Что такое?
Ага, ну вот смотрите, видите, глаз немножко у нее это и грязный. Это говорит о том, что кто-то клювом грязным ее долбанул. Вон, вон, видите, вокруг глаза грязь. Кто-то ее шмякнул. Ну, сейчас идет борьба самок за гнезда, поэтому такое, конечно, может быть, потасовки могут быть. Ну, ничего, вечером я приду ей промою, чтобы в глазу грязи не было. Второй глаз, по-моему, совершенно нормально. Сейчас как-нибудь я зайду. Жижа, что грязь какая, видите? Какая грязь. Ну-ка, с другой стороны глазик. Повернись. Да, второй глаз совершенно нормальный у нее. Так, выхожу, а то за мной сюда внук идет. Все, выходим. Обхожу я эту жижу. Так. Частый вопрос, нужен ли мускусом водоем? Абсолютно нет. Вот даже вот такой момент крайне редко бывает, чтобы вот так в таз влезла уточка и принимала тут водные процедуры. Я вот в этом году первый раз только увидела. Может быть, солнышко ее сподвигло помыться. Вот сидит себе в тазу. Ой, как хорошо-то. Ой, брызги летят. Ай-те. Ой, красота. Ну. Вылезаешь, нет? Гера подходит к ней. Угу. Гер, тоже хочешь искупаться, да? Ой, все убрызгает. Все, хватит. Пошла дальше. Помощник у меня, он стружку сыпет. А малины стоят, не могут понять, что же это такое. Вроде бы что-то дают, а есть это никак не получается. Ну, привезли стружку, хорошую, сухую, крупную фракцию для молодых цыпляток, индюшаток. Опилки нельзя. Все знаете, да? А? Что, ушли, да, Артём? Ушли. Не нравится им твое угощение. Не нравится. Пойдем в теплицу заглянем, нет ли там кого на гнезде. Нет, гнездо пустое. Ну ладно. Мы же сегодня забрали отсюда 3 яйца утиных. Пошли гулять дальше. Так, ну что, все, наверное, с вами посмотрели. Погода замечательная. Все гуляют, все довольны. Ну, попонка съехала, видите? Надо поправить. Угу. Все, всех рад была приветствовать. Всего вам доброго, до новых встреч.